сортированный мусор, хвосты, вот так называемые, уже поступают в пресс. Угу. В прессе они сжимаются, блин, почти 8-9 раз. В рамках нашего регионального проекта по внедрению раздельного сбора отходов на территории Приморского края мы запускаем целую серию таких комплексов по глубокой сортировке отходов, в результате которых мы будем проводить выделение полезных фракций отходов, такие как бумага, картон, стекло, алюминиевая жестяная банка, несколько видов пластика. Все эти полезные фракции пойдут на глубокую переработку на территории Приморского края.